Всем привет, дорогие подписчики, гости моего канала. На связи снова Дровивка. Сделал я маленький перерыв после предыдущего видео с полной жопой, потому что, я под большим впечатлением над новыми пришельцами. И, короче говоря, вот что я хотел сказать-то. У меня в тот раз я сказал то, что удалю сразу его мини-пистолет, это пистолет-пулемет. Но передумал удалять, потому что с тем оружием, которое есть на данный момент у меня, было точнее, играть вот на сюжетной линии было просто невозможно. Это было просто настоящая жопа. И поэтому я решил его оставить пока. И сейчас мы с вами будем проходить второстепенную миссию. Называется она «Вопреки силе шанса». Надежда торжествует. Эхо боев на планетах под пятой мучение медленно стихает. Под пятой мучение медленно стихает. И хоть миллионы погибли на Новокалисте и на Араке, некоторым удалось выжить, вопреки всему. Мы поймали пару сигналов у дамбы, давай туда и выручай ребят. Возможно, я неправильно прочитал, но суть вы поняли. Короче, надо пойти спасти, помочь ребятам. Так, ну и сейчас проверим этот пистолет-пулемет. Выглядит прикольно. Как вирусом. Ну, сейчас будет жара, наверное. Прикольно. Вот сразу чувствуется, когда у тебя пушка 18 уровня. Я не говорю то, что это пистолет или нет, просто если пушка 18 уровня, это чувствуется. Я ту сюжетную миссию проходил с 17 пушкой. Я думал, я там сдохну. Повезло, что не сдох, потому что на самом деле это была жопа полная. Я так и хочу, наверное, ролик назвать жопа полная, но... Наверное, не буду. Так, что у нас там дальше идет? Мина? Нет? Отсюда сигнал бедствия. Офигел. Вот она, тема новая. Опять набираете хрена. Вот все хорошо. Е-мое. Так близко. Неожиданно. Ой, блин. Нет, все-таки ран дает о себе знать. Чуть не ножом. С 16-м рангом начинается жопа полная. Где-то они прыгают, я не помню. Блин, со всех сторон. Вот там, видимо, что надо. Офигеть. Чё, подзарядить первую бомбу? Блин, тут всё на время. Охренеть. А если это же бомба, где она? Где эта бомба-то? А если это же бомба, где она? Это, походу, прохрен. Я не знаю, где бомба. Блин. Я сейчас, походу, сдохну. Блин, я сдох. Охренеть. А где бомбы-то? Я не понял. А где обезвредить бомбы? Дубль 2. Блин, а как отсюда? Так, ладно, а где обезвредить бомбы? А я что-то вообще не обратил внимания даже на это. Охренеть. Так, ну если взорвалось... Взорвалось... этот, как его?
бат, значит где-то там должна быть мина. Блин, ни хрена себе. Что жить? Просто жить. Офигеть. Так, ладно, ставим вот эту штуку. Идем обезвреживать. Вот он, вот эту знак. Фух. Отлично. Теперь можно довольно спокойненько поиграть. Блин, откуда их столько? Блин, это просто жесть начинается. Просто жесть. Вот на самом деле, парень, с 18 рангом что-то прям вообще становится жутко играть. Блин, еще одна бомба. Ё-моё. Так. По крайней мере, понятно, где она. Блин, да. Офигеть. Такими мыслями тут яйца не нужны, ни хрена. Блин. Надо срочно. Ну, что не открывается-то? Сейчас взорвется. Блин, жопа какая-то. Куда бежать надо? Куда бежать? Да, ну, честно. Почему не пишется ничего? Бред какой-то. Что за фигня? А, народ, что за фигня? Что? Почему? Ну, это бред какой-то. Сейчас посмотрим. Блин, оно с другой стороны было. Да, запин. Короче, народ продолжает играть. И надо найти, обезвредить вторую бомбу. Два раза, короче, не мог никак понять, где она находится. И сейчас вы увидите, где она находится. Сначала я подумал, что это глюк какой-то. Потому что я два раза, короче, просрал. Тупо. Просто не знаю, куда идти. Потому что все закрыто. Но сейчас вы офигеете. Ну, я офигел, допустим. Блин, да сколько их тут? Я карамбабу. Короче, вот, обманка. Вы бежите туда, тут закрыто. Я думаю, что за фигня. Начинаешь бегать, а в итоге вот оно. Уф, эти жопа полная. Я уже думал, какой-то глюк, блин. Оказалось, что нет, просто надо более внимательным быть. Я просто не ожидал, что она, если я первый раз она на резервуаре была, а второй раз она просто на трубе. Ой, блин, тут
big boy. Damn, that hurts. Есть. Есть. Блин, еще одна бомба. Мою. Да, блин. Да нет, блин. Самая затротная миссия. Им хорошо, они же, блин, это не вздыхают. Что-то. Не вздыхают. Что-то выглядывает миссия. О, как он умеет. Как он умеет. Молодец. Так, ну и все. Все. Все, где? Блин. Вот она. Жопа полная, просто полная жопа. Блин, еще бомбы. Как они задрались этими бомбами. Вы просто слушайте, она тикает. Значит, как боли будет. Я прям бабай. Блин, 42 секунды осталось. Надо искать. Точно. Так. Блин, походу не надо ни хрена. Где это мина? Блин, просрал, походу. Да, просрал. Блин. Блин, не успел надо идти. Так где? Блин, вон она. Чуть-чуть не хотел, ладно, еще раз. Блин, на время это самое говенное. Блин, какой. Да, блин, жесть.
жесть. Полная жесть. Главное, насколько нервный хат на миссии на эти вот именно игрушки. Блин, короче, с 18 ранга начинается в жопу полная музыка. Пожалуйста, его нет. Просто жесть. Блин, жесть какая. Фуф, ладненько. Пойду еще покурю. Спасибо за просмотр. Уф. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Блин, ну я просто под впечатлением, конечно. Особенно по поиску второй мины. Это была просто жопа. Все, ладно, до новых встреч. Пока-пока.